Завтра на участке горнообогатительного комбината «Рябиновый» компании «Селигдар» в эксплуатацию ведут золотодобывающую фабрику. Что дадут «Селигдару» новые производственные мощности, расскажут наши корреспонденты. Компания «Селигдар» готовится к открытию золотоизвлекательной фабрики мощностью переработки 1 миллион тонн руды в год. Ввод новых производственных мощностей позволит «Селигдару» нарастить объемы добычи металла и довести их до 5 тонн золота в целом по компании. Кроме того, фабрика позволит «Селигдару» выйти на круглогодичный цикл добычи, а разведанные месторождения рудного золота на участке «Рябиновый» обеспечат компанию на 15-20 лет работы. 7 лет назад месторождение «Рябиновое» было другое. То есть это был там 16 тонн объект, средненький. Сейчас мы оцениваем «Рябиновое» в 40 тонн. Ну и введение этой фабрики позволит нам работать здесь следующие 15-20 лет. В открытии золотоизвлекательной фабрики планируется участие главы республики, членов правительства Якутии, представителей крупных промышленных и инвестиционных компаний из Москвы. Хотя уже сегодня с увеличением производственных мощностей «Селигдар» поздравляют коллеги по отрасли. Я их поздравляю с этим. Молодцы, молодцы. Достаточно хорошее развитие. Чем больше золота будет добываться в районе, на якутской земле, тем лучше всему и району, и республике. Напомним, что на реализацию проекта ушло 2 года. Израсходованы миллиарды рублей, в монолит превратились тысячи кубометров бетона и тысячи тонн металлоконструкций. Смонтированы десятки узлов технологического оборудования. Проведена настройка электроники и испытания. Осталось нажать кнопку «Пуск», который состоится 15 июля в День металлурга, чтобы фабрика заработала как швейцарские часы, точно и без остановок. Руслан Павлов, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.